Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Кибердино. Так, ну что, атака. Так, у нас крюк есть. Вот такой вот он делает три удара. Ну и, естественно, наш супер-пупер пулемет. Друзья мои, меня долго не было в связи с тем, что у меня накрылась винда. И то до сих пор еще не все установил. Много программ, ребят, не работает. А самое, так сказать, ужасное для меня, это то, что все мои эмуляторы накрылись медным тазом. И, соответственно, все игры тоже накрылись. Что успел восстановить, то, как говорится, и буду играть. Так, муха, иди отсюда. Нормально так. Грибок кусанули, бежим дальше. Это 5-3, да, уровень получается. Ну, давай сделаем так вот. О, как раз их тут очень много. Блин, этот куст, кстати, очень много выдерживает урона. Что не скажешь о нас, конечно. У нас 400 хп, 345 осталось. Уже 315. Опа, сундук выпал. Сундук — это всегда, ребят, хорошо. 4-5, точнее 5-4. Давай-ка так сделаем. Тут как раз у нас мухи. Почему я называю мухи, если это шершень какой-то? Знаешь, что мне хочется сейчас вот здесь вот взять их просто и в кучу всех вот так вот. На. Сейчас будем прострел делать. Замечательно. А крюк этот очень долго, ребята, кстати, перезаряжается. Вот что я хочу сказать. И последний этап. Это что такое? Босс? Или что? Что такое опасный? Босс! А кто здесь босс? Ты серьезно? Вот это вот гигантский червь, он даже ничего, хотел сказать, ничего не делает. Ага. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Слушайте, а я успею его бомбануть-то, а? На тебе, жучар ты. Крюк. Ну быстрее крюк делай. Раз, два, есть. Ага, жучара довыпендривался. В общем, мы его быстренько бомбанули. Но у нас еще ящик там. Сейчас мы его, наверное, откроем. Сразу же. 6 уровня. Опа, нормально так деталик надавали. Ну и, само собой, на прокачку. Так, здесь берем. Блин, больше ничего нету. Здесь так, сюда. Ага. Так, ну вот здесь вот, наверное, у нас будет добротная пушечка, мне кажется. Вот она, да? А, она уже стоит. Так, а что вы мне здесь показываете? Что? А, я могу вот эти объединить. Ну, допустим. Опа! Ребята, у меня был крюк, теперь у меня появилась какая-то молния. Видимо, оружие другое, и поэтому я теперь могу, наверное, метать молнии. Так, уровень один. Слушай, я не знаю даже. Ну, давай прокачаем чуть-чуть. А здоровье где-нибудь можно прокачать вообще, нет? Скорее всего, нельзя. Ну, все, я понял. Нельзя так нельзя. Ну что, ребята, новая территория у нас. Давайте смотреть. Ох ты. А что за... Я-то думал, там будет нормальная какая-нибудь приспособа. А тут ерундовая молния. Такими темпами мы далеко не уйдем. У нас уже, смотри, сколько хп на. ХП восстанавливается потом со временем. Ну хоть на этом спасибо. Блин, мне не нравится эта молния. Тот крюк был лучше, он хотя бы три раза бомбил. А что от этой молнии толку никакого вообще? О, ты посмотри, сколько у меня хп, ребят. Хе-хе-хей. До свидания, да? Я только 6-2. Блин, а дальше-то как быть? Слабовато у меня пушечки, вот что я могу сказать. Вау. Тут еще какие-то и скорпионы появились. Нате вам.
Давай, 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 кусай его. Ай, как мы долго уничтожаем их. Да, ребята, очень долго. Переходим на 6-4. А, мы так будем долго с ними бодаться здесь. Так, наверное, вот там он сделаем, чтобы массовая такая. Причем, смотри. Эти, типа, как, я не знаю, летучие мыши, что ли, можно их так назвать, да? Похоже. Так, наверное, пора влуплять. Есть, прошли. 6-4 у нас пройдено. И остается последний, 6-5. И переходим на следующий этап. Есть, конечно же, перейдем. Мне показалось, или он лазером каким-то бомбанул? По-моему, что-то такое было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это мы попали. На тебе. Давай, быстрее, быстрее, пушка, ну. Ай-яй-яй, успеем ли мы? Да, нам повезло. Ну что, друзья мои, прошли мы здесь 6-5. Дай-ка я посмотрю по крафту что-нибудь, может быть. Блин, нифига нету, прикинь. И здесь тоже ничего такого. Да уж, вы издеваетесь надо мной. Как я здесь должен по-вашему справляться? Урон от пушки 340 в минуту. А у моей сколько? 450 в минуту. Видишь, тут еще будет дополнительная ячейка. Ну что, друзья, тогда придется дальше бежать. Далеко-то мы не убежим, вот в чем проблема-то вся. 7-1. Так, новых врагов пока не вижу. Ну и хорошо. Опа, обожаю, ребят, когда выпадает сундук. Почему? Потому что в сундуке намного больше наград. Ох, давай быстрее пулемет. Вроде бы пулемет, все, на мощно должно быть. А видишь, на деле ничего, ребята, мощного-то тут и нету. Вот здесь, наверное, мы и сфейлимся. Я чудом каким-то ушел. Посмотри, сколько у меня хп осталось. Да. Это совсем нехорошо. Блин, ты посмотри, кто впереди. Надо кусать его. Но он не кусает, он его толкает, таранит, можно даже так сказать. Ай-яй-яй-яй-яй, что ж ты не смог его добить? Блин, сейчас все решится. Либо выигрываем, либо проиграем. Выиграли. Ох. Да, хотелось бы, конечно, мне взглянуть на наши сундучки, что у нас там выпадет. Давай, 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 уничтожай, уничтожай. Блин, все больше и больше этих скорпионов у нас тут впереди. Ну, это как бы вообще не айс. Готов. Блин, я думал, что он там последний, ага. А видишь тут. Ну хорошо, что хоть этих быстренько уничтожаем мы. Есть. Фу, переходим на 7-4. Ну что там у нас? Готов. Тут надо еще рассчитывать, когда что активировать, потому что можно просто в холостую потратить. Вот на этого, например, я думаю, не стоит тратить. А вот здесь уже стоит врубить пулемет. Опа. Ну-ка. Давай, 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 давай свою пушку. Ой. Друзья, это что еще за... Зелепопа, ты видел? Стоял. Чух, мы его вовремя успели бомбануть из пушки. На этих даже тратить не буду. Мы так их укусами и обычными ударами, в принципе, должны уничтожать.
Вот здесь, да, вот здесь можно активировать. Блин, хоть вдвоем их собирай и после этого уже только бомби. Мощный, наверное, да? Квазимодочный, наверное, мощный, ребята, был. О-о-о! Давай, пулякай, есть. Ребят, мы прошли. Нам просто фартануло. И мы смогли пройти, и я открываю с удовольствием ящик 8 уровня. Как тебе такой расклад? Опа. Детальки привалили, да? Но ящики очень редко выпадают. Сейчас мы с тобой что-нибудь здесь замутим. Да. А, подожди, подожди, подожди. Подожди-ка. У нас, ребята, 7 уровня защита для головы. Так, здесь интересно, что-нибудь можно. Ага. Замечательно. У нас новый, я не знаю, там коленник какой-то новый. Так, давайте теперь попробуем здесь. Получится у нас. Опа, сейчас будет новая пушка, ребята. Ага. Фиолочка. Фиолочка. Так, нужно. Нужно еще две такие пушки. Потом, по-моему, две красные, да? Они будут 6 уровня. И, опа, нифига, это что такое, ребят? Смотрите, как какой-то дрон. А, улучшение же, точно, я же забыл про улучшение. А что за дрон? Так, я, наверное, все-таки прокачаю вот это вот. Ну и, наверное, это. Или дрон все-таки прокачать. Давай дрон прокачаем. Я не знаю, ребят, что он себе представляет. Ну, можно посмотреть. Наверное, будет вылетать какой-то дрон и нам помогать. Наверное, я так понимаю. Ну да, да-да-да, вот он. Сзади летит. И, кстати, помогает нам. И очень, причем, хорошо. А, он временно. Он временно. Да уйди ты, Квазимодыч. На тебе. Хорошо. Пробежали, успели. А он еще так медленно сзади летит, этот дрон, я тебе хочу сказать. О, посмотри. Медленно-медленно он летит. Я быстрее тут сам с ним расправляюсь, с этими монстриками. Так, друзья мои, мне надо будет как-то вот еще на эмуляторы установить черепашек, дракон-всадники Олуха, Tower Conquest, потому что это все не установлено. Я только установил ХКР-ку. Слава богу, записи сохранились, так что все нормально. Ну и остальные, там целая куча игр, ребят, куда-то у меня улетело. Особенно те, которые нельзя было сохранять. Так, тихо-тихо, этого Квазимодыча давай, наверное, так вот. Опа! Замечательно. Блин, я хочу получить ящик. Я хочу получить еще ящик. Так, 8-4, это предпоследняя получается у нас миссия. Блин, ребят, придется дрона вызывать. А вот если бы дрон был бы офигенно прокачан бы, мы бы здесь вот так бы не стояли бы, не тютюкались. Посмотри. И очень долго перезаряжается он. Но благо мы прошли. А вот 8-5 ли сможем одолеть? Хм. Ну, на одного-то я не буду здесь тратиться. Давай, давай, давай. А вот здесь, скорее всего, придется, ребят. Опа! Ящик. Да-да-да-да-да. Самый наш дорогой ящик там упал. Ёк-макарёк, сколько вас тут, а? Это точно истинные злые миньоны. Раскочепрыжили мы их. ХП у нас мало. Мне нужен дрон, ребята, срочно дрон. Ха-ха. Найс.
Все как в аптеке. 9 уровня, кстати, сундучок. Ну-ка. Ну, я бы не сказал, что тут что-то такое супер-пуперское нам выпало. Давай-ка улучшимся, наверное. Дрон, в принципе, ребят... Подожди, а вдруг нам сейчас какая-нибудь другая штука выпадет, а я со своим дроном тут буду бегать? Нет, вначале мы соединим тут все. В принципе, тут больше соединять и нечего. Так, секунду, здесь, здесь. Все, тут больше ничего, ребят. Так, с пушками. Вот с пушками тоже облом. Да, ребят, с пушками тоже облом, потому что, ну, как 7 уровня была у нас, лучшая пушка, так она 7 уровня и осталась. Поэтому я, наверное, просто прокачаю дрона. Мне понравился, зашел мне дрон. Вот эта вот штука надо. Ну и, наверное, будем на сегодня закругляться. И уже в следующей серии, ребята, продолжим. Так что всем удачи и до новых скорых видосиков.